11 ноября президент Ильхам Алиев принял генерального исполнительного директора группы БИПИ Бернарда Луни. Исполнительный генеральный директор группы БИПИ Бернард Луни поздравил главу государства с достижениями Азербайджана с момента последней встречи. Выразив признательность за поздравление, президент Ильхам Алиев поздравил Бернарда Луни с совместными успехами, достигнутыми в связи с Южным газовым коридором, и еще раз подчеркнул, что этот проект был реализован благодаря совместным усилиям Азербайджана и компании BP. Было отмечено, что компания BP обладает самыми сильными в мире партнерскими связями с Азербайджаном, в том числе с ОКАР. В свою очередь, и у Азербайджана самое прочное партнерство с компанией BP. Было подчеркнуто, что сотрудничество нашей страны в этой компании, основанное на взаимном доверии, имеет богатую историю и светлое будущее. В ходе беседы было отмечено, что интерес компании BP к возобновляемым источникам энергии соответствует энергетической стратегии Азербайджана. Было сообщено, что рассматривается вопрос расширения сотрудничества с BP в этой сфере. Было подчеркнуто важность планов компании BP, связанных с возобновляемыми источниками энергии на освобожденных от оккупации территориях. Выражена надежда на то, что это послужит трансформации данных территорий в зону зеленой энергии, как заявила наша страна. Было отмечено, что эта работа имеет большой потенциал, особенно с учетом того, что Азербайджан обладает диверсифицированными энергетическими связями с соседними странами и в нашей стране производится энергия сверхпотребностей. Напомнив об инициативах общенационального лидера Гейдара Алиева по развитию углеводородных ресурсов на благо Азербайджана, Бернард Луни передал поздравление президенту Ильхаму Алиеву в связи с его взглядами на вопрос энергетического перехода. Высоко оценив усилия Азербайджана в сфере защиты окружающей среды, генеральный исполнительный директор группы BP Бернард Луни заявил, что наша страна входит в число ведущих стран мира в этой области и сказал, что в Азербайджане экологические стандарты и правила защищаются сильнее, чем во многих развитых странах. В свою очередь, президент Ильхам Алиев рассказал о принимаемых в Азербайджане широкомасштабных мерах по защите окружающей среды. В ходе беседы были обсуждены вопросы, касающиеся перспектив сотрудничества.